Давай, скорей! Поезд подходит, подходит! Давай на плеск! Back up!
Держите его! Его! Радиация, она как жизнь, не знаешь, когда ударит.
Может, проживу еще 30 лет. Может, умру завтра. Я записал свой рассказ. Историю о Париже. Историю о Кафарове. Об американском морпехе, который выбрал самый непростой путь. О сделанном я не жалею. Посвящено много жизней. Я скорблю об умерших. Я уверен, что СВР другое мнение на этот счет. Но довольно. Как сказал бы мне мой друг Владимир, Дима, смерть она лишь одна. И пусть она будет достойной.